Глава Северского района Андрей Дорошевский посетил филиал Азовской гимназии номер 1 в станице Северской после капитального ремонта. Здание школы преобразилось до неузнаваемости. От старого строения остался лишь фундамент. Теперь здесь уютные светлые классы, новый пищеблок и просторный холл. Для учеников созданы лучшие условия. Деньги на работу выделены из краевого и муниципального бюджетов. Глава остался доволен выполненным капитальным ремонтом. Что хочу сказать. Во-первых, поздравить вас с новосельем. Спасибо. Да, действительно, хороший ремонт сделали, большую работу проделали. Дети будут довольны, потому что много поступало обращений, когда откроется, сколько, что, зачем, почему. Ну, все-таки сделали, и я надеюсь, что еще ни одно поколение здесь воспитается детей. Ученики гимназии еще не успели оценить ремонт, но это уже сделали учителя. Я всех сердечно благодарю. Наших родителей, своих коллег, управление образованием, Министерство образования, которое выделили для этой нашей долгожданной мечты и финансовые средства. И, конечно же, приняли огромное участие в том, что мы теперь вот такие красивые, нарядные, новые. Свои двери для мальчишек и девчонок гимназия распахнет уже в 2022 году, после новогодних каникул.